Сегодня мы идем на обсерваторию и планируем слететь в ущелье Терскол. Там очень интересные скальные такие кулуары есть, прям как в американском кино. Прогноз классный, так что все шансы сегодня у нас есть. Конечно же, у нас без входа запрещен, стрелять будем не обойтись. Ну ничего, я думаю, мы прорвемся. С лэпом, конечно, без лэпа было бы попроще. Ну, можно, конечно, пойти еще на ту сторону и попробовать здесь, но лэп напрягает. Но ее перелетать все равно потом. Ладно, готовимся тогда. А в плуге не поедет. Это было нелегко. Это было очень нелегко, но получилось слететь с обсерватории. Линия, наверное, охрененная. Не буду врать. Даже лучше, чем на Чигете. Гораздо лучше, чем на Чигете. Наверное, короткая, конечно, но интереснее, чем на Кагутаях даже, потому что вот эти все скалки, это такие туннели, кулуары, и там их очень много вариаций. Как можно лететь. Придется еще раз подниматься со спокойной душой, стартовать в нормальную погоду и... Желательно не с ветром, в бок. Ротор-ветер был агрессивный.